Здравствуйте, с вами канал Дима Лена. Сегодня мы с вами сделаем необычный цветок в подарок для мамы или для бабушки. С помощью вот такой мочалочки мы сделаем игольницу, очень полезную в хозяйстве вещь и хороший подарок. Сделаем мы лепестки из синей бумаги. Из остатков картона сделаем основу для нашего цветочка. Лепестки будут у нас круглые, чтобы мы не ошиблись с формой. Мы обведем баночкой вот так вот кружочки. Получатся такие красивые лепестки. Ну, сейчас мы, собственно, и покажем, как делать наш цветочек. Ангелина, давай, обводи на картон. Давай вот так вот обведем. Да. Вокруг баночки. Обведи. А ты держи. Вот так. Теперь мы этот кружочек вырезаем. Это будет основа для нашего цветочка, чтобы он держался. Мне понадобятся большие ножницы, чтобы быстрее порезать. Сейчас мы вырежем лепестки для нашего цветочка. Готово. 5 лепестков и последний. Немножко нам не хватает, но это не важно. Его видно не будет, мы его будем приклеивать. Сейчас мы поможем Ангелине его быстренько вырезать. Разрезаем все лепестки на вот такие квадратики. Вот, смотри, я вырезала. Вот, смотри, какое главное, видишь? Можно изменить форму. Самих лепестков они могут быть овальные, не обязательно круглые. Размер. Разный может быть. Моя уже один нарезала. Все, у нас готовы все лепестки. Теперь мы приступим к сборке. У нас есть 6 вот таких лепесточков. Основа. И мочалочка. Мочалочка — это будет наша серединка. Сейчас мы потом вырежем из нее тычинку. Теперь давай, Ангелина, на основу нанесем клей. Сначала нанесем клей хорошим слоем сейчас. Наносим клей. Например, вот так вот. Давай, наноси клей хорошим слоем. Вот так вот по краю. Хорошо, чтобы... На серединку не обязательно, а вот по краю проклеивай хорошо картон. А я пока покажу, что нужно сделать с лепестками, чтобы они были немножко красивее, чем есть. Мы берем, разлаживаем ножницы. Для маленьких деток это не подходит. Для деток постарше, от 5 лет. И вот так закручиваем немножко наш листик. Слегка, чтобы не порвать бумагу. Слегка заворачиваем. Ну вот, с этой пока идея сделала. Полностью счет здесь проклей, чтобы мы могли приклеить цветочек. Вот такие слегка завернутые в края. Так делаем все листики для того, чтобы было красивее. Так у всех листиков есть. Вот так заворачиваем. А что ты так делаешь, мам? Чтобы были красивые листики. Видишь, какие они получаются? Вот так ровные, не очень красиво. Завернутый край, смотри, какой получается красивый. И последний листочек. Слегка, чтобы мы его не порвали. Маша, я доделала. Вот. Ножнички обязательно нужно убрать. Теперь мы берем и приклеиваем наш лепесток к краю. Так как этот листик у нас вышел не очень ровный, мы его прикроем другими листиками. Сейчас я тебе покажу. Вот так мы сейчас его промажем с этой стороны. Вот так. Мне просто не очень. Приклеиваем наши лепесточки вот так вот. Сейчас мы его соберем. Немножко надо подклеить, чтобы хорошо склеился. Так, мы сейчас он подсохнет и еще завернем наши листики, чтобы они хорошо держались. За собой нам нужно хорошо проклеить, чтобы они подсохли.
А теперь что делать с мочалкой будет? Сейчас. Так. Лепесточки мы еще немножко подзагнем, когда они подсохнут. Пускай хорошо сначала между собой они высохнут. Теперь нам нужно сделать тычинку. Тычинка — это наша мочалка. Вот так примерно она будет. Но чтобы нам его сделать, нам нужно вырезать кружочек. А сколько это тебе? Лишненько отрезаем. И вот примерно по квадрату будем вырезать тычинку. Сейчас мы сначала срежем аккуратно края. Чтоб легче было. Так, наша тычинка готова. Я еще знаю, что думаю, Ангелин, давай украсим наш цветочек такой серединкой. Интересно, сейчас я тебе покажу. Мне остались с предыдущего раза, как мы делали восьмерочку, вот такие кружочки. Давай их разрежем пополам. Вот так вот, разрезай. Помогай мне. Вот так, смотри. Разрезай пополам, у тебя ножнички есть? И вот сейчас мы их приклеим, как каемочка будет у нашей тычинки, чтобы было красивее. Сейчас мы пропитаем серединку хорошо клеем, чтобы мы могли приклеить нашу мочалочку. Сейчас мы ее хорошо пропитаем. Серединка готова. Она должна приклеиться. Получится вот такой цветочек. Вот такой. Вот. А для чего он будет использоваться? Как игольница. Сейчас мы с Ангелиной это покажем. Сейчас мы сначала приклеим вот в эту часть ленточку, за которую можно будет подвесить, если так будет, конечно, удобнее. Использовать, например, как для булавочек. Держатель для булавочек. Вот так вот. Вот. Сейчас чуть ниже опустим. Красивый цветочек. Вот уже Диме понравилось. Вот такой у нас получился цветочек необычный. Ну, поделка для ребенка вполне хорошая. Здесь вот у нас ниточка, чтобы подвесить на стенку. Но у нас так как она мокрая, мы вам покажем позже, как она будет висеть. Сам цветочек вот так вот. Тычинка мягенькая, в нее можно вкалывать иголочки. Вот у нас получился вот такой цветок. Его можно так подвесить. Угу. И иголочки сюда, и булавочки. И сзади вот такая веревочка. Вот так вот. Смотрите наш канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы еще много еще интересного покажем.